Здравствуйте, коллеги! Prodexpo 2022 на ваших экранах. Продолжаем знакомить вас с интересными людьми, интересными товарами. А какие-то товары в представлениях уже и не нуждаются. Давайте еще раз с вами познакомимся. Меня зовут Артем, фамилия Казанков. Я являюсь директором производства компании Goldman Group, которая занимается производством консервной продукции. Давайте расскажем, наверное, о баночках, которые мы видим здесь. В целом, хотелось бы начать с того, что наша компания нацелена на максимально широкую линейку, что нетипично для производителей консервной продукции, и также узкоспециализированной линейки. Вот одной из таких линеек является наша гордость, это наши тайские супы, которые мы разработали совместно с тайскими партнерами, которые делают полное ощущение того, что вы находитесь в Таиланде при употреблении этих продуктов. Очень хочется ощущения, что я нахожусь в Таиланде, особенно сейчас, когда снега, когда холодно. Давайте, может быть, расскажем, из чего делаются эти продукты, где они делаются. Эти продукты делаются из морепродуктов, как бы это ни показалось странно, и из секретной тайской пасты, которая изготавливается, собственно, в Таиланде специально для нас и поставляется нам. Мы смешиваем наши морепродукты, тайскую пасту, и благодаря уникальной технологии, которая называется тиндализация, получаем исключительное качество продукта. Здорово. Я вижу, что здесь у нас есть и баранина, есть томкха. Хочется понять, вот сколько срок годности у этих прекрасных продуктов, сколько долго они могут храниться у нас дома, в холодильнике или на полке? Если мы говорим про тайские супы, то это продукт очень нежный, он хранится, и плюс у него температурная обработка тоже очень деликатная, он хранится всего 3 месяца. На сегодняшний день мы работаем над увеличением срока годности. А если мы говорим про баранину, здесь у нас представлены образцы халяльной продукции, то срок годности у паштетной группы это 2 года, у группы мясных кусковых консервов это 4-5 лет, в зависимости от вида продукта. Здорово. Что вы ждете от нашей выставки? Может быть, какие-то бизнес-контакты? Может быть, вы с кем-то уже успели пообщаться? Может, посетили наши бизнес-сессии? Что было интересного? Ну, с точки зрения производственной службы, мы ждем поиска партнеров по обеспечению сырьем, интересным сырьем, то есть наша компания любит интересные продукты, соответственно, для интересных продуктов необходимо интересное, необычное, неординарное сырье. Также со стороны маркетинга это представленность, и со стороны коммерческой службы это новые партнерские отношения с горизонтальной интеграцией во все регионы России и Европы, и в том числе мира. Замечательно. Пожелаем вам удачи на нашей выставке и надеюсь, что все скоро смогут попробовать эти продукты. Я надеюсь, что наша съемочная группа буквально тоже завтра будет почивать себя как минимум вот этим замечательным супчиком. Спасибо большое.